Ich habe sie Deutsch. Да нет. Нет, это просто... Мало понимает. Ну что, на итальяно, не дойч. Итальяно? Я знаю итальяно. Повороти. Да нет. Что нет? Да это русская наша. А, это русская? Ой, Путин говно. Ну ты что? Да. А что случилось? Ух ты. Всю Россию раком поставил, гондурас. Сейчас на детях... Да, он сейчас на детях выезжает. Ой, коронавирус на детей. Голосуйте, голосуйте. На детей по 10 тысяч дают какой-то наш... Кидай в кучу, блядь. Берите, девочка, потом голосуйте. Слушай, а покажи, как он тебя раком поставил. Интересно. Ой, меня тяжело раком поставить. Я полная женщина. А у вас акцент кубанский? Да? Молдавский, я из Молдавии. Да ладно. Судя по цуканью, это кубанский акцент. Кубанский. Ну, пусть будет кубанский, ладно. В принципе, вторая половина моя, это, в общем-то, украинцы. Ну, тем более. А что вы пьете? Это... Чай. Витамин Чай, С. Чай, не вижу. Витамин С, растворенный в воде. Вы очень красиво выглядите, честно вам скажу. Спасибо. Не, мне просто действительно по поводу Путина интересно. У нас тут наоборот, Виталий, знаешь, все... Ну, не все, но как с кого я знаю, да, мои знакомые. Наоборот, вам завидуют, что у вас такой президент. У нас президент пошел коронавирус. Он начал, ой, у кого дети с 0 до 16, за коронавирус по 10 тысяч в месяц. Все такие люди хапаются, рады, что им на карту переводят за детей по 10 тысяч. А это же предвыборная херня идет, агитация. Что, вроде того, сейчас он все это переводит, а потом выборы идут. Голосуйте за Путина, пошел. У него же заканчивается этот период действия власти. Так, он же хочет быть всегда. А вы получили-то на детей? Ну, деньги-то он перевел, нет? Ну, конечно, мы получили. И что, и нам бежать за него голосовать, что ли, сейчас? Ну, а что тебя кто заставляет? Главное, деньги-то получил, нет? Он же не давал, ну, он же не давал денег после того, как это, проголосуешь, получишь денег. Нет, нет. Он же просто знал. Ну, он себе почву заранее все делает, заранее. Это же коронавирус, так, он же на него и располагается. А сколько до выборов-то еще? 4 года, нет? Или сколько там у вас? Да. Ну, так же за 4 года начинает к выборам готовиться странный Путин у вас. Конечно. Он же себя амнистию уже сколько на 8 лет сделал, блин. Да нет, это все бред. Не обращать внимания. Чего не обращать внимания? Все правильно говорю. Да нет. Да. Нет. Ну, я не знаю, если вам Путин не нравится, отдайте его итальянцам. Они с удовольствием его заберут. А вам отдадут какого-нибудь соросенка местного. И он вам быстро научит вас родину любить. Давай там чем занимаетесь? Ничего, чем работаю, живу. Чем я занимаюсь? Чем я везде? Наверное, врач. Ты откуда знаешь? Ну, медик, да, вообще. Да, видно. Видно. О чем видно? Как можно это увидеть? По общению, как ведут себя медики, то же самое. Может быть, да, иногда приходится задавать неудобные вопросы. Такие, вот-вот. Вот-вот. И в чувство приводить людей иногда приходится, знаешь, когда они истерить начинают непонятно зачем, блин. Бывает такое. Ну ладно, чё. Удачи вам. Если Путин надоест, давайте его нам. Слышно тебя плохо очень. Плохо слышно? Так. Почему? Не знаю. Какой-то, как будто издалека голос идет. Наверное, это вирус. Ты думаешь?
Ты думаешь, он влияет на компьютер? Кто его знает? Слушай, а вот знаешь, что странно? Вот ты увидел по мне, да, что я хохлушка, а я вот на тебя смотрю, ты вообще не украинец. Не похож? Вообще, даже близко. Туркай. Я так и понял, да, что ты дурак. Ты в Одессе где-то нибудь, да? Да-да-да, в Одессе, в Одессе. Слушай, как думаешь, скоро Одесса превратится в Турцию? Уже превратилась. Видишь, какой турок настоящий. Я вижу, слушай. Раньше там, как можно сказать, было, что это какое-то еврейское местечко, да, оно такое. Сейчас это уже турецкое. Да. Ну, ты турков любишь? А где украинцы? Куда вы украинцев дели, турки? Плохо слышно. Русских куда дели? Там же русские жили тоже. Дели. Умерли, умерли уже. Да. Турков любишь? Что делаю? Любишь турков или нет? Турков. Хочешь турка или нет? Попробовать. Я хочу турка. Ну, а для чего? А для чего мне турок? Ну, чтоб больше не хотелось. Чего не хотелось? Ну, я могу, например, хотеть. Ну вот, что я могу хотеть, да? Вот мне, например, надо постричь газон. Ты сможешь? Легко. Любой газон могу постричь. А копать умеешь? Еще раз, плохо слышно. Копать умеешь, копать? Зачем мне копать? А для чего ты еще нужен? Копать газоны? Для секса. Для секса. Для секса? Для секса. Нахрена ты мне для секса сразу сами? У меня муж есть, я замужем. А, замужем? Нет. 22. Ну, муж. Как-то, знаешь, еще пока не дожила до того, чтобы в интернете секс искать. Еще пока все это в реале. Слава богу. А я смотрю, ты уже дожил, да? Что ты уже секс в интернете ищешь. Что, не дают бабы, не? Там рядом, которые ходят, не дают, не? А что, мне видать? Ну, а что ты в интернете секса ищешь тогда, если тебе бабы дают? Мне есть, которые мне откажут. Ну, видимо, да, если ты в интернете ищешь. Это кажется. Слушай, когда у тебя в реале есть секс, ты не залезешь в интернет его искать. Тем более это как? Ну как ты себе это представляешь? В монитор письку тыкать? А что? А что? Вот ахо, бля! Думай головой! Я могу. Не дают так, тебе бабы, видать! Глаза бедолага ты, бедолага, блин!